Громкая история получила не менее громкое продолжение. На первого заместителя главы администрации Иваново Андрея Мельникова завели уголовное дело. В указанной должности он проработал недолго, но успел запомниться горожанам историей с молоком и желанием помочь возмущенным жителям Сакко, под чьими окнами развернулась стройка. В действиях чиновника прокуратура усмотрела неправомерное воспрепятствование строительству. В декабре прошлого года общество с ограниченной ответственностью «Доступное жилье» получило от мэрии разрешение на возведение дома. Однако в сентябре 2015-го первый зам сообщил застройщику о временном приостановлении действия разрешения. Вмешательство чиновника оказалось незаконным. Сейчас Андрей Мельников в отпуске. В связи со сменой статуса Алексея Хохлова, теперь он глава города, трудовые контракты со всеми замами и руководителями управления прекращены. Есть все основания полагать, что Мельников из отпуска в администрацию не вернется. На официальном сайте у Алексея Хохлова указано пока только два зама – Сергей Золкин и Владимир Синицын.